приключения жуков. Чипси! Что случилось? Я споткнулся о громоотвод. Что? Это, наверное, лиса сорвала с крыши и бросила здесь. Конечно, это лиса. Эй! Я только что видел, как лиса с медом пошла к волку. Ты это видел? И это был мой мед? Уверен! Значит, она украла мед, сорвала громоотвод, чтобы запутать нас и напугать. Но теперь мы знаем, что это лиса, и знаем, где ее искать. Да! Теперь мы можем по-настоящему проучить их. Успокойся, не так просто поймать их. Нужен хороший план. План? Мне нужен план. Видишь, я поступлю с ними так же. И я верну все, что они у меня украли. Чего бы мне это ни стоило? Ему понадобится наша помощь. Открывайте дверь! Что происходит? Не волнуйся, я посмотрю. Кто там? А, Барни, чего ты хочешь? Верни мне мой мед, верни! Я ничего не знаю. О чем ты говоришь? Я знаю, что это сделала ты. Там только твои следы, лиса. Да, я прогуливалась по лесу, но это не доказательство. Верни мне мед, я тебе говорю. Я знаю, что ты его взяла. Мяда нет, а это прими как подарок. О боже, какой камнепад. Ты должен быть осторожнее. Береги себя. Ты об этом пожалеешь. Неплохой удар. Попробуй еще раз. А, и еще разочек. Банни, быстрее! Не отставай! Я же говорю, это бесполезно. Ты уже устал? Возьми камень поменьше. Я бессилен. Какой позор! Ты можешь быть чемпионом по метанию деревьев, но это бесполезно, жердяй! Успокойся и не растрачивай попусту силы! Ты один не справишься! Я не смогу один, но чем ты мне поможешь? Ты сильнее меня! У меня есть идея. Как только одно животное способно нам помочь... Кто это? Это мой приятель Громила. Я найду его! Делай, как ты хочешь, а я продолжу. Я разорву их на куски. На мелкие куски. Что, эти проходимцы украли мед моего друга? Барни никак не может выманить их из пещеры. Я никому не позволю обижать моего старого друга Барни. Я им покажу. С Громилой мы не проиграем. А вот и я, дружище Барни. Ни одна дверь не устоит передо мной.
А это еще что? Посмотрю. Вот кто стучится в мою дверь. Отдай по-хорошему то, что ты взял у Барни, иначе вам всем не сдобровать. Это я сказал. Не пугай меня понапрасну. Ты ее не сломаешь. У меня для тебя новость. Ты в порядке? Браво. Это самый крутой прикол, который я видел в своей жизни. Жаль, что у меня нет фотоаппарата. Если бы я была сильнее, я бы тебя проглотила! Единственное, что здесь проглотят, так это вы. Не расходитесь, шоу продолжается. Вы проглотите свои слова. Посмотрите на небо. Похоже, что гроза приближается. Сюрприз! О боже, сейчас что-то будет. Это нам на руку. Подождите меня здесь. Что с Чипси? Она испугалась грозы? Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Подождите, слушайте меня. В чем дело? Громоотвод поможет нам войти в дом. Ты уверена, что громоотвод поможет нам? Это странно. У меня нет времени на объяснение. Я просто покажу. Давай. Я слышу звуки. Это твои проделки. Почему всегда я? Ой. У нас на крыше белка. Дай посмотреть. Она прикрепляет громоотвод на нашу крышу. По-моему, они сошли с ума. Быстро обратно. Тихо. Они не должны слышать, о чем мы говорим. Мы ее поймаем. Как? Достань веревку и сделай петлю. Мы ее поймаем. Чипси, оглянись. Я все сделаю сам, отойди. О, нет! Ха, мистер ковбой! Эй! Сейчас будет опасно! Молния расколет этот камень! Это сработает? Громила же сказал, что мы их достанем. Даже если это сработает, что нам с того? Крышка! Стоны доносятся отсюда! Быстрее! Это наш второй дружок! И он еще жив! Я просто заберу мед! Противный вор! Пощадите меня! Не убивайте! Я не брал мед! Я пытался вам его вернуть! Ты не только вор, но и лжец! Получай по заслугам! Чипси, я не понимаю, как молния развалила дом волка. Непонятно ничего. Если это уничтожило гору, что бы было с моим домом? Молния не опасна. Ее можно использовать в нужных целях. Громоотвод проводит силу молнии через провод в землю. А то, что случилось сегодня, это эффект без провода.
О боже, как это сложно! Как ты это запомнила? Я просто провела силу молнии через дом волка. А ты вправду умная. Ты много знаешь. Ты мог бы тоже много знать, если бы читал книги. В книгах есть все ответы на вопросы, доступные каждому из нас. Книги — это есть великие сокровища, не так ли? Ты прав. Эй, Барни, ты куда? Если это действительно сокровище, я хочу свою долю. Я хочу почитать. Вы только посмотрите, он уже забыл про свой мед. Мы отнесем его. Да!